Мои дорогие, все, мы все заносим. Заносим. Ребята у меня оторвали обои. Вот видите, все, да? Оторванное надо будет клеить. Все, они сами все сняли у меня без нас. Подмели. И смотрите, тут еще мешочек все сложили. Вообще молодцы. Ой, какой у нас бардак. Здесь вот эти вот полосы. С них сыпется клей. Я сейчас покажу вам, что творится. Это вообще ужас. Я говорила, может, двоих сразу выбросим. Он говорит, нет, не надо. А мы сейчас задернули полосы-то, ну, чтобы ходили на грузчики-то. У нас тут такое. Посмотрите, это сыпется клей, сказали. А здесь вот уже все заставили. Там почти все заставили. Здесь здесь дети сидят у меня. Я бы вообще прямо сразу все выбросила, но мы уже устали. Сюда полочку принесли, вот обои. То есть под телевизора здесь у нас один телевизор достали, один нет. Вон телевизор. Телевизор один достали уже. И здесь тоже, видите, что творится. Сейчас все уже занесут, когда я начну мыть. А я купила тряпки вот эти вот одноразовые, отрываются, которые мыть. Они в машине. В машине остались тряпки. Этот набор сейчас принесут мне мужчины мои. И я начну мыть. Ну и когда уйдут уже грузчики, я тут начну все мыть. Потом, значит, за родителями. Сегодня, наверное, за моими родителями. За Юриными, может быть, позже за мамой съездим. Ну, завтра, может быть, съездим. Мои-то ненадолго придут, посмотрят и уйдут сразу же. Ну, не знаю. Я так-то хочу, что шампанское купить, да все. Может быть, немножко поглоточку сделают, да домой пойдут. А, естественно, новоселье будем уже делать чуть позже. Скорее всего, наверное, новоселье будем делать после того, как мы приедем с юга. На юг съездим, потом новоселье сделаем. И сделаем застолье. У нас тут стол маленький на кухне, надо большой стол. И я хочу всех собрать, свекровь, своих родителей, родственников там еще позвать. В общем, может быть, подружку. Подружку с мужем. Вот. Соберемся все и отметим новоселье. Смотрите, у нас Дикси уже освоилась. Мы на этом диванчике постелили вот это покрывало, потом здесь отделка бросили. Ну, пока сегодня вот так перекантуемся, переночуем. Да, сильно ничего еще не разложили. Первая ночь. И Дикси у нас в порядке. Просто там в комментариях мне писали, что обязательно заберите Дикси. Конечно, мы девочку нашу забрали. Единственное, что мы ее на море не будем с собой брать. Ко мне будет папа приходить сюда каждый день на квартиру. Да, Кирюша? Дедушка да. Будет приходить, да. И ее кормить. И проверять там туалет у нее. Ну, у нас еще цветочки будут поливать. Так что она успокоилась. Дикси, кс-кс-кс. Ну, все, она уже успокоилась, спокойно сидит, освоилась. Кирюшка ноутбук смотрит. Мы сейчас на старой квартире. Занимаемся уборкой. Последние вещи вывозим. Вот смотрите, у нас тут уже в этой комнате почти чисто. Это последние вещи, которые нужно вывести. Вот эти вот. Так, здесь уже это мусорка. Сейчас Кирилл унес одну мусорку полную. Надо еще будет собрать мусор. Здесь подмели все. Подмели. И да, здесь так страшненько у нас. Цветочки надо будет забрать. И здесь я еще не подметала. Здесь, в общем, вот так вот. Надо подмести все. Здесь пусто. Подмести. Помыть пол. Так. Мои уже уехали. Часть надо увезти. Полная уже машина надо увезти в ту квартиру. Туда здесь мне надо разобрать. Все, это все выбросить, мусорку, в общем. Мы с собой пиццу брали. Купили по дороге, пиццу брали. Перекусили. Вадимка не стала есть. Вадимка у нас что-то мало стал кушать, не знаю, молодец. Наоборот, хорошо, что стал мало есть. Раньше хорошо ел, сейчас вообще что-то. Я сегодня вообще не накрашенная совсем. Не знаю, где, что там вещи хранятся, где. Я видела, там в коробке где-то лежат косметика, но не до косметики было. Мы сегодня пораньше приехали, вот все выгружаем, подметаем, мыть надо все. И скоро, через 2,5 часа уже приедут наши покупатели. Мы им отдадим ключи. Все, и попрощаемся с этой квартирой. Спрашивает, грустно? Нет, ну, конечно, девочки, грустно. Грустно прощаться, мы здесь все равно прожили. Сколько же? Вадимке было год, ему сейчас 8. Ну, 7 лет мы прожили здесь.
7 лет. Конечно, хорошо, что купили. Да, квартиру побольше, но там тоже ремонту надо. Сегодня там уборкой будем заниматься. Здесь тоже как бы более-менее у нас был ремонт. Более-менее ремонт был, тоже вкладывали, все делали. Ой, боже мой. Грустно, грустно, конечно. Но там больше. Сейчас нам все это предстоит заново, все эти ремонты. Все надо там, этот, как сказать, и обои там, и потолок надо, и с трубами не знаю, что делать, менять, не менять, и пол там, ДСП, вот эта вот доска, я ее хочу вообще выдернуть, там пол выровнять и ламинат. Ну, это, конечно, не сейчас. Сейчас пыль надо будет. Здесь у меня есть эти тряпочки, сейчас пыль будем протирать. Ладно, пойду дальше уборкой заниматься. Они сейчас приедут, выгрузят все, приедут и дальше будут забирать все. Да, на кухне вот так вот здесь уже подмели. Мыть будем сейчас. Холодильник только отсюда забрали. И вот эти вот, да, стульчики надо будет забрать. У нас там нету стульчиков, а стол с креслами оставим. Оставим здесь. Шкаф этот, гарнитур тоже здесь. Вот это вот надо забрать. С одной стороны грустно, что отсюда уезжают. С другой стороны хорошо, что мы наконец-то побольше квартиру, да. Сейчас дети делят, кому какая комната. Но Кирилл, скорее всего, ту, которая дальняя комната, ее возьмет, в ней будет жить. Я устала, девчонки, мальчишки, поэтому видон никакой, сама никакая, еле говорю. Вчера не успела поснимать, вообще как-то спонтанно позвали родителей, посидели немножко, ответили, шампанского там взяли, вина брали, шампанского немножко перекусили, посидели там, всякие десерты брали вкусные, ну, там салатик еще сделали с огурчиками, с этим, с огурцы там, с луком, с этим, с тем, со сметаной, вот салатик был, да, потом у нас там пирожки мама делала, лук с яйцом, да, с творогом пирожки она с собой брала. Да там на сыр, да колбаска была. Не поснимала вчера, просто как-то сели с родителями. Быстрее-быстрее хотелось покушать, и даже камеру не поставила, не поснимала. Посидели, нас поздравили родители. Маме понравилось, до удивления. Папе тоже понравилось. Папа-то как бы всегда все нравится. А мама у меня, она такая, знаете, немножко с характером. Но ей понравилось. Все ей понравилось. Она, особенно кухонный гарнитур ей понравился. Говорят, вообще обалдеть. Здорово. Система такая, она такую никогда не видела. Тут, может быть, в фильмах только. Да, ей понравилась квартира. Ничего, говорит, со временем все сделаете. Говорит, успокойся, не переживай. Я сижу вчера уже, знаете, под вечер-то. Шампусик это выпила, и сижу такая, блин, квартира опять тут ремонт делать надо. Тут ремонт делать надо. Кто-то ходит. Вот, опять все сначала, опять все делать. Боже мой, грязно так в этой квартире. Мы, ну вот, переехали, там грязно, ничего не мыто. Эта духовка вообще вся, простите меня, засрана. Все перемывать. Там вообще абсолютно все надо мыть. Все грязное. Вот я не хочу, чтобы после меня так говорили, что у меня грязно. Так что я пошла мыть. Все, уберу пыль. Там шкафы все в грязи. Внутри грязно в шкафах, которые там шкаф. И сверху грязно. Там все грязно. Паутина везде. Я так поняла, что они не жили там, потому что везде паутина. Паутина. Что-то там еще. Паучки, наверное, ползают. И это тина вот это вот. И пыльно. Все в пыли. Толстый слой пыли. Наверное, они там не жили. Ладно, пойду уборкой заниматься. Мои хорошие, я уже дома. Все, попрощалась с квартирой, отдали ключи. Там дети у меня заносят последние вещи. Сейчас покажу вам, что у нас тут творится опять вообще. Это сегодня, да, на сегодня вытаскивали оттуда. Не все вчера перевезли вещи, и вот сегодня еще привезли. Сейчас покажу. Это вообще кошмар. Как я буду делать уборку? Я не знаю, как я буду делать уборку. У меня здесь все везде в вещах. Но надо было срочно уехать, потому что они завтра будут переезжать, которым ключи отдали, они будут завтра переезжать.
В общем, вот, вот так вот. Вот, видите, это вот мы еще нагрузили. Это вот так вот. Если посмотреть, посмотрите, сколько у нас. Это на сегодня еще добавилось. Мы сейчас едем к маме. Едем к маме. Так, нет, мы сейчас едем к маме в гости. Покушать. Сейчас я занимаюсь уборкой. Я решила ковры все повыбрасывать. Ну, половина точно. Здесь какой был этот вот ковер, он весь рассыпался, рассохся, сейчас мы его собрали еле-еле, и все, уже мои мужчины сходили на мусорку, выбросили, и Кирилл еще вот здесь вот, у нас синий был ковер, отсюда еще выбросил ковер, сложили, он один сходил, сейчас этот большой, тяжелый, они вдвоем унесли, в общем, выбросили на мусорку, я сейчас все это подметаю, Вадимка там мне наливает воду, и мы все отмываем полностью, весь пол надо хорошо помыть. Там было столько тоже паутины, тины. Все это вот сейчас здесь еще пододвинем и все полностью хорошо промоем пол. Здесь висели коричневые старые старинные шторы. Я их сняла, тоже выбросила. И уже повесили, здесь всю тину убрали, всю пыль убрали. И здесь повесили наши шторы, которые были в большой комнате в детской. Тюль оставили их, я ее тоже попозже постираю, а шторы уже наши. Ребята, мы сейчас в магазине, в мебельном, смотрим шкафы. Какое зеркало огромное. В общем, наподобие нашего, который у нас сейчас есть, шкаф-купе, вот он дороже стал на 6500 со скидкой. И он не белый, бежевый цвет. Мы хотели два друг рядышком поставить. Ну, давай посмотрим, еще и белый где-нибудь поищем. Есть, нет? Туалетные столики, как у меня, стали делать разные. Но это немножко не такое у меня лучше. Юф, пойдем туда еще. Стеночки. Мы смотрим стеночку. Хочется заменить нам. Мне хочется заменить. Во, белая. Где продано написано? А, извините, продано. А то она. Так нет, видишь, отдельно все 11, 4, 6. Это что получается? 20, 22. Ну, 22, в принципе, нормально. Ну, так-то бы нормально была бы цена. 22 нормально. А это вот Юрчу. А так-то вот Кирилл сказал, если ко мне, говорит, шкаф будете ставить, мне, говорит, любой. Светленький можно, говорит, но это без разницы. Под цвет. Здесь штука едет, а здесь. Смотри. Чего мы до квартиры насобирали, на это забираем. Вот у нас примерно такого, да, мебель-то у них. Стол вот я им отдала с этим с пеналом-то. Вот, надо, можно даже такого цвета найти. Вон шкаф тоже красивый. Вот на всю эту поставить, ага, им в комнату. Угу. Вообще здорово. Слушай, сколько он это по метражу? Цена. Что такое акция? Цена со скидкой 27. 300, серьезно? 2 метра. 2 метра, 27. Угу. Сейчас я посмотрю, я документы с собой взяла, сейчас я посмотрю, а войдет, нет он у нас. Это обалдеть, надо сказать. Так, это у нас здесь для вещей, да, вешать? А полочки есть? Ну да, вот смотри, два Юр. Давайте я отойду, покажу вам. Ребята, вам, наверное, вид интересно будет тоже посмотреть. Давай. Так вот стану, вот смотрите со стороны, напишите, как вам. На всю комнату. Вот так поставить на одну сторону. Вообще так-то прикольно. Там одежду развешивать, а здесь вот ставить. И цена, видите, была, я не поняла, 44, а сейчас 27. Сейчас я еще раз прошу. Он, наверное, один. Правда, видно, это всю пыль на нем. На темном, на белом не видно. Вот, ребята, серьезно, у меня вот белая мебель, на ней вообще ничего не видно. На темной постоянно только протираешь, ходишь. Юр, надо спросить, а что за цена-то такая? Что там с ней не так? Я маску сняла, я не можно. Я здесь одна. Так, Юра, вот это вот. А, слушай, смотри, это тоже со скидкой. 39. Но тут дешевле, да? Красивый. Этот сколько? 2100. Сейчас, Юра, документы посмотрю. Сколько у нас? Тут вообще как бы для школьника. Смотри, Юр, тут расписано все, как бы для школьника подходит. Только то, чтобы мебель опять вся разного цвета будет. Вот надо что-то, наверное, такое. Вот. Голова, наверное, вас закружилась, я вас туда-сюда. Вот, смотри, овальный вон. И такие же стульчики поставили.
крутень крутая. И вот еще Юр тоже, смотри. Тут, ну, ножки как там внутри. А он раздвигается ведь, да? Он шире, да, ведь делается? Нам надо, чтобы гостей посадить потом на Василия устраивать. Блин, смотри, какой прелесть. Юра, сколько вот эта прелесть стоит. Стульчики, стульчики. Сейчас я посмотрю. Так, стул. Стул. 4. Да, 4200. Это нормально, Юр. Нормально. 4. Их надо 4. Да, да, да. Нормальная цена. Они стоят. Очень красиво смотрится. И я так поняла, это моющее. Странно, из чего это сделано? Сейчас посмотрю. А, кожзам. Нет, не стоит. Кожзам не стоит столько. Ой, боже мой, сколько всего. Тоже красивое, да? Так. Сейчас я сосредоточиться надо, что надо будет. Нам надо еще обои купить. Мы сейчас как раз... Угу. Только бы получше бы его. Или нет, он войдет, кстати, войдет. А угловые там мы не посмотрели. Так, так, так. Нет, Юр, нам чуть-чуть поменьше бы надо угловой. Слушай, вот... Ну да, да, Юр, ну он это... Да, мы же давно с тобой смотрели, не такие дорогие. Нет, нам надо что-то серое, вот такое вот. Четыре большой. А это вот, это вместе с этим? Мы с тобой еще когда год назад, мне кажется, были здесь, там было 50, я чуть не убилась. 50, что, больше нет углов? Юр, а вот этот? 57, да. Угу, красивый. Что надо? Работать надо. Не удивляться ценам, а работать надо. 49. Юр, смотри, черный. 37, он дешевле всех. 37 он. Угу. Не, Юра, на черном же все видно, поэтому дешевле. Черный же только вот заденешь царапину, сразу видно будет. Да, 37. Угу. 37, 100. Боже мой, да какая прелесть.